Thank you.
Един талант рече, Господи, видя твой.
тебя, яко жест, так еси человек, женеши, где же не сеял еси, не собираешь, где же не расточил еси, и убоялся шед, скрыв талант твой в земли, и се имаше твое, отвещав же Господь его рече ему, лукавый раб и ленивый, ведел еси, яко жену и где же не сея, и собираю, и где же не расточи, подобашу бы тебе в дате сребро моим торжником, и пришетос взял бы в свои слитвою, возьмите оба от него таланты, дадите имущему 10 талант, имущему бы везде дано будет и приз будет, от неимущего же, и ежемницы имея, взято будет от него, и не ключим у гроба, верзите во тьму кромешную, то будет плач и скрежет зубом, сия глаголи возгласи, имея уши слышите, да слыши. Господу помолимся. О, святим храме всем, с верой, благоговением и страхом Божиим, водящим боль Господу, помолимся. О, избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Thank you.
Бога, и Отца, и причастие Святого Духа, будет со всеми вами. Стоящих сегодня на двух ногах уже талантлив.
уже намного до Латвии того миллиона, кто не имеет этих ног. Каждый из нас здесь стоящих, имеющий возможность взирать двумя глазами, уже более талантлив, чем тот человек, который не имеет этих возможностей. Каждый из нас с вами уже получил дар от Бога. Он может проявляться в разных вещах. И мы не должны говорить о том, что талантливый человек – это человек гениальный. Безусловно, любой человек, получивший жизнь, уже получил талант. И каждый из нас с вами имеет возможность каким-либо образом поступить с ним. Мы, безусловно, очень часто общаемся со Христом. Мы, безусловно, множество раз обращались к Нему, просили, благодарили, а иногда просто разговаривали с Ним. Но я бы хотел вспомнить события, которые произошли с апостолом Павлом. Савл тогда еще идет в Дамаск, чтобы мучить христиан, просит ему письмо из Дамаска предоставить для того, чтобы он увидел, и говорит, что всех женщин и мужчин, встретившись там, схвачу и уведу, с собой. И вот по пути он встречает Христа. Христос спрашивает его: что гонишь меня, Савл? А Савл, Павел, будучи, падает ниц и задает один вопрос: Господь и Бог, что мне для тебя делать? Вот вопрос, который, к сожалению, наверное, не каждый из нас с вами задавал. И, безусловно, мы имеем право и возможность с вами обращаться ко Христу с разными потребностями, с разными желаниями и с разными словами. Но каждый из нас, христиан, обязан найти время и желание, чтобы спросить Христа: а что я могу сделать для тебя? Господь просит многое. Он просит не просто получить таланты и что-то от них, получившееся небольшое, отдать. Господь просит, чтобы 100% полученного было отдано Богу обратно. Для нас с вами, безусловно, одним из самых важных моментов всей жизни – это момент встречи со Христом. Неизбежный, страшный, неведомый, но, безусловно, тот, который будет. И как в сегодняшнем Евангелии мы видели, что каждый пришедший к Господину и получивший таланты по-разному разговаривает с ним. И мы слышали слова, что ты, Господин, жестокий, ибо собираешь там, где не сеешь. И, безусловно, мы бы и так же могли ответить Христу, если бы не видели всего вокруг происходящего. Я призываю вас вновь обернуться и посмотреть на всех, кто стоит с вами рядом. Здесь, в храме, за стенами церковными, люди, безусловно, каждый по-разному одарен, по-разному имеющий возможности. Но мы призваны к одному, к тому, чтобы служить Христу. Дерзновенно, ведь Христос в притче напоминает, что человек, не получивший таланты и ничего от них не использовавший, это раб лукавый и ленивый. И теперь второе, о чем я могу сегодня себя спросить: а я ленивый и лукавый? И, безусловно, я подскажу вам ответ: да, каждый из нас с вами и ленив, и лукав. Ленив, потому что мы крайне старательны к себе. Мы очень множество дел делаем, но Христос просит, чтобы это дело было отправлено и к Нему.
Ведь ничего мы не можем взять с собой в новый дом, в гроб. Мы можем лишь потом получить от того, что сделали для Христа. Я не делаю для Бога по какой причине? Потому что у меня нет времени. Не очень понятно, как может не хватать времени в логической цепочке для того, кто дает все для человека. Безусловно, каждый из нас с вами имеет возможность послужить Христу. Но вопрос в другом. Хочу ли я, ищу ли я время для того, чтобы посвятить его Богу? Ведь каждый из нас с вами, получивший таланты, придется дать ответ перед Христом. И что я скажу? А самое главное, что я услышу в ответ? Что я ленивый и лукавый раб? Или все-таки я пойму, что подобно Савву, мне стоит задать и послушать ответ Христу: Господи, а что мне для Тебя делать? И здесь речь не идет о том, какими сейчас я вещами обладаю. Ведь посмотрите, Христос только ждет действия. Вспомним с вами хотя бы насыщение 5000 хлебами. Мы вчера были на всеночном тении и вспоминали это чудо. И вот Христос просит учеников просто дать то малое, что у них есть. Христианин обязан отдавать все, что есть у него, каким бы малым это ни было. Потому что Бог будет уже сам после этого приумножать. Мы видим, что и понимаем с вами самое главное умом, что, безусловно, 5 хлебов и 2 рыбы не могли нас насытить 1000 человек. Но Господь умножает. Господь ждет, чтобы я, не ленясь, все, что есть от меня, дал. А Он уже умножил. А Он уже сделает так, чтобы это было сплошно. Дай, Господи, нам сил на то, чтобы послужить Тебе, Царю и Богу. Дай, Господи, нам избежать лени, чтобы не оставить Христа без дел. Дай, Господи, нам по-настоящему Тебе поверить. Ведь, наверное, человек, не уверовавший, никогда не дерзнет на то, чтобы, несмотря на свои таланты, что-то делать для Бога. А мы, христиане, призваны к этому. Призваны служить Христу и через нас, чтобы явился сам Христос. Христос, который воскрес, который страдал, который умер ради нашего спасения. Давайте всеми силами помнить это, исполнять все то, к чему мы призваны, чтобы не просто на словах, но в жизни быть Христовыми. Богу нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков. Христос воскрес! Thank you.
яко ты и сие во месте и во весь род. Сын Бога жива. Сын Бога жива. Пришеды мир грешное спасти. Пришеды мир грешное спасти. От них же первый есть в нас. От них же первый есть в нас. Ищи веру. Ищи веру. Это сие самое пречистое тело Твое. Это сие самое пречистое тело Твое.
исполнение церкви Твоя, сохрани ее, освети любящее благолепие дома Твоего, Ты тех воспрослави божественную Твоей силы, и не остави нас, уповающих на Тя, мир мирови Твоему дару, церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо, и всяк дар совершенствуешь и есть, хотя я Тебе, Отца Светлого, и Тебе славы и благодарение и поклонение высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
всех святых земли Саратовской просиявших, всех новомучеников и исповедников, земли Казахстанской просиявших, их же памяти не совершаем, святых и праведным Богу, Отец и Акиман, и всех святых, помилуй и спаси нас, и благ, и человека любит. Иисус!